Ну что ж, народ, всем привет, с вами Оксида. Мы с вами продолжаем делать летсплей по игре Amnesia Tenebris Lake. Отличное начало, хочу сказать. У нас почему-то все трясется сразу. А, да, я забыла, фонаря-то у нас нет, ребят. У нас его отняли, к сожалению. Зато есть масло, это очень здорово. Так, что же у нас есть... на данный момент. В прошлой серии, как я помню, наш Эдвард впал в какое-то беспамятство, и мы оказались вот в этих помещениях. Я, конечно, не знаю, с чем это тут все связано. Он у нас вообще периодически в обморок падает. И вообще, что я сейчас делаю, я сама плохо представляю. Я просто пробую рычаги, как бы, на предмет того, что они делают. Так, этот закрывает эту дверь. Хорошо, отлично. Так, окей, этот. Так, что ты там у нас записал? Поршень для трубы X14C1 застрял. И что ты мне предлагаешь делать? Это что он должен открыть? Storage? Странно. Storage. Где у нас storage? Я так понимаю, вот это у нас storage. А почему он не открылся? Это какой-то баг, ребят, что ли? Я даже не знаю. Что бы это у нас могло быть? Ну да, вот. Я, пожалуй, закроюсь. Фу. Фу. Как-то тут стрёмно. Есть что поджечь? О, круто. Ладно, окей. Уже не так страшно. Здесь еще есть какие-нибудь лампы наверху, а то, ребят, я реально ничего не вижу. Так. Все. А, вот еще. Ну круто. Ладно, давайте вот так зажжем. У нас все равно. Сколько? 26 трудниц. Нормально. Так, значит, что мы должны делать-то? Ладно, давайте посмотрим, ушел вообще или нет, товарищ. Ушел. Ушел. Дверь закрыта. Только у меня фонаря почему-то нет. Не знаю, с чем это связано. О, господи! Я думала, это тот тип. Что ты тут делаешь? Господи, что он делает, ребят? Ну и позиция. Ладно, давайте посмотрим. Чё, я тебя зажечь не могу? Ну ладно. Вы не против? Что у нас тут есть? А! Круто. Сухой лубрикант. Ты что, хочешь со мной поговорить? Ну, давай поговорим. Ты, правда, очень молчаливый. Я не знаю, о чем нам с тобой разговаривать, честно. И для чего он нам? Какой-то... Похож на какой-то лубрикант, но он сухой. Тебя должен какой промокнуть его воду нам с тобой, что ли, нужно? Я даже не знаю. У меня теперь еще вопрос такой возникает. А, как мне отсюда выйти? Потому что я, честно говоря, без понятия. А, так, это мы закроем это.
у нас откроется дверь вот здесь. А, точно, да-да-да. Мы закроем вот это, откроется вот это. Ну, отлично, ладно. Окей, давайте сохранимся, пожалуй. Посмотрим. Так, давайте посмотрим, что у нас и здесь. Я, к сожалению, очень давно не играла, поскольку уезжала недавно. Вернулась. Ладно, 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 ладно. Не буянь, я ухожу, я не пойду сюда. А, вот это, по-моему, камера была наша, из которой мы выбрались. Через соседнюю, да, точно, вот. Так, ну, ёкломная, давайте, что ли, я не знаю. Так, погодите, а это что? Что ты там пишешь у нас? А, все понятно. То есть нам нужно перекрыть вот эту вот трубу. Туннель полон воды. Я могу прочитать название данной сломанной трубы. Говорит X14C1. Так, ну, окей. Тут вообще есть вода. Давай, может быть, мы с тобой... О, точно. Отлично, круто. Так, ребят, только у меня такое ощущение, что мы где-то тут фонарь с вами не нашли. А мне же должны дать фонарь, или как? Или я буду постоянно теперь блуждать без него? Где мы еще не были-то? Кто тут? О, какие неприятные звуки. Какие неприятные звуки, ребят. Что-то мне как-то страшно. Так, тут ничего нет. О! Чё у нас тут? Что-то как-то мне страшно. Что это за помещение? О, не, народ, я туда не пойду. Не-не-не-не. Не-не-не, ребят, мне страшно. Я реально, я не хочу туда идти. Ну их всех нафиг. Ну всех вон. Не-не. Что-то мне сегодня как-то это... Совсем прям нехорошо, не знаю, страшновато. Боже мой, я, по-моему, начинаю отвыкать от этой игры. То привыкаю, то отвыкаю. Ну, давай. Оп. Ну, ладно. Так, тут у нас закрыто. Ну, ладно. Давайте, я не знаю, попробуем сделать что-нибудь вот с этой трубой. Можно вопрос, как же ты его можешь использовать? А, мне ж трубу надо это сделать. Господи, я уже совсем. Мне ж вот это вот, что ли, она... Да, точно. Угу. Так, что-то мы сделали. Исчезла? Исчезла вроде. Крут! Ох, как крут это. Замечательно, ребят. Все просто офигеть, как круто. Так, сохранимся, пожалуй. Хотя, что я... Кирпичи-то кладу. Пойдемте сходим, что ли, туда. Мне как бы... Не лень, просто страшно. В какой-то мере. Что там творится? Там какая-то комната же ведь, да, ребят, была? Вернее, есть. Это здесь, да? А тут? Ч
почему я сюда войти не могу? Ну ладно. Ой, щет! Щет! Какого фига? Зачем я сюда пошла? Вот, ну какого фига я пошла сюда? Блин, надо было убираться отсюда. Что такое? Что случилось? Опять белая ночь. О, господи. Что ж меня? О, да, это, вот это будет долго, ребят. Почему ты бежишь у меня вперед, скажи мне? Товарищ Эдик. Ну, я же говорю, это будет долго. Я не люблю платформеры. Вот этот элемент здесь вообще введен совершенно зазря. Мне кажется, только всю атмосферу портит, на мой взгляд. Черт. Чёрт! Надо было уходить оттуда. В общем, ребят, если не будет ничего получаться, то сделаем как в прошлый раз. Как в тот раз с платформами. Я просто это... пройду быстренько сама. Ну, как быстренько. Насколько успею. Черт, ненавижу. Черт! Черт. Так, ладно, ребят. Как будут подвигаться ближе к концу, я включу обратно запись. Извините, руки. Мне никто, к сожалению, не выпрямил в свое время. Ждите через пару мгновений. Я прошла какой-то коридор, ребят, тут. Здесь еще есть вообще. Какой-то поворот. Черт, черт, черт. Черт! Блин. Я не хочу падать. Я думаю, Эдик тоже не хочет умирать. Фу-фу-фу. Фу-фу. Очень нервничаю. Прям офигеть как. А, да. У меня сейчас еще немножечко звуки даже поменялись вот здесь. Потому что, ребят, я себя поставила... А мне же хил. Да, на этой ноте я, пожалуй, в очередной раз остановлюсь. Ну так вот, сейчас про мне же хил скажу, и тогда прерву запись. Ну вот, возможно, сделаю тоже по ней летсплей. Я так посмотрела на трейлер, в принципе, неплохая игра. Так, ну ждите через мгновение. О, господи, да неужели? Я практически добралась. А просто куда? Чё это? Чё это такое у нас? Оу, фак. Holy shit. Holy shit, что это? А почему я ускоряюсь так? Лихо. Ха! Holy fuck. Извините, ребят. У меня нет других слов. Ну ладно, давайте пробовать. Ха! Чёрт, блин! Это еще хуже! Да что ж ты будешь делать? Так, Ксит, соберись. Соберись, я сказала. Засранище. Ну, не, у меня других слов нет. Я жму на D, он мне почему-то фонарь достает. Ладно. Так, окей. Окей. Тихо. Ну ты засранец. Ну, я не знаю, как тебя еще назвать. Пожалуйста, давай мы с тобой пройдем все-таки сегодня что-нибудь, а? Ну, я тебя очень прошу. Так, погоди. Ты ползешь или не ползешь? Вот у меня как бы вопрос только такой. Да, ребят, извините. Щит! Я не могу, но это какая-то хрень. Ненавижу. Вот уже терпеть не могу. Окей, соберись. Так, ладно. Попробуем еще раз. Ой.
Я уже это ненавижу. Ох, ес! Да неужели? И куда я пришла? А, знаете, ребят, вот я нажимаю на фонарь, но он у меня не горит. Меню не работает. Я не знаю, куда идти. Вообще пытаюсь идти на звук. Так, направо. Теперь налево. Направо. Налево. Налево. А где звук? А, нет, вот звук. Ну, я иду на звук, ребят. Как бы, если у вас черный экран, то у меня тоже черный экран. Чё так все затихло? Да что за хрень? Ой, господи. Ох, да. Да это же жесть какая-то. Что за Дарт Вейдер? Он поселился в этом замке? Ну, привет, чувак. А давай ты пойдешь куда-нибудь, ну только не ко мне. А, это ты, который в углу там стоял, да? Чё ты киваешь-то мне? Типа, я позволяю пройти дальше. Ну ладно, нет, спасибо, конечно. Опять фонарь не работает. Да что ж такое-то? Что это за эпизод вообще такой? Что тут есть у нас? Да вроде никого, ничего. Какие-то круги. Так, все. Ну, в общем-то, я, конечно, не знаю, но у меня есть подозрение. У меня есть подозрение по поводу того, что это уже... ближе к концу мы куда-то двигаемся, да, ребят? Может быть, еще как бы на пару эпизодов хватит? Вот этот, может, следующий будет последний. Я, честно говоря, не знаю, но просто вроде модификации как бы... ну, больше, чем на 7 серий или там на 8, я думаю, вряд ли можно делать. Спасибо. Ветер, ты такой джентльмен, открыл мне дверь. Вот я не понимаю, это туман или пыль тут? Или что это вообще, как бы, вот это вот все. Ну, конечно, жуть оно создает в определенном роде. Меню нету, ничего нету, вообще, что происходит? Блин. Это кто тут мычит? Кто тут мычит? Товарищи, кто? Так, давайте здесь обойдем все камеры. Посмотрим, может, там тут что припасли интересное. Да, я так смотрю, тут хорошо развлекались. По-моему, зелье, которое принял наш Эдик, еще имеет побочный галлюциногенный эффект. Я просто не могу объяснить вот эти приходы, ребят. То есть, как бы... либо же он изначально такой псих. Ну, не знаю. Не знаю, как это можно. О, господи! Мужик, извини, но я никак не могу тебе помочь. Спасибо за масло. Спасибо, дали фонарь. Куда все масло-то уже пропало? Ну, это, мне кажется, баг, ребят. Чистой воды. Господи. Это каким же надо быть просто упоротым, чтобы такое творить с людьми? Дай пройти. О, да. Ладно, ладно. Хорошо. Я не против. Пойдемте. Давайте посмотрим все здесь вот еще. Ничего нет. Ну ладно. Ладно. А, это вот дверь, которую я не могла тут открыть. Теперь я могу открыть. Чё, все трясется.
Дай мне сохраниться, пожалуйста, землетрясение. Ух, ребят, ну что ж. Ладно, я не знаю. Куда нам теперь? Давайте, может, в тот лаз пойдем. Где он у нас был-то, этот лаз? По-моему, где-то вот здесь вот, да? Пролезем. Может быть, да будет нам там счастье какое-никакое. Кто опять все камни положил? Сюда. Я все убрала же. Ладно. Пошлите. Ползем, ползем. Ползем. Теперь-то мы пройдем здесь. О, смотри, тут даже свечки кто-то поставил. Ну ладно, куда? Валим, 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 валим. Давай шустрее, 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 шустрее. Шустрее. Фак! Фак! Шит! Давай шустрее, Эдик! Пожалуйста, я хочу жить. Я думаю, ты тоже хочешь жить. Фак! Черт! Черт, черт, черт! Давай, пролезай! Пролезай! Ну, пожалуйста, пролезай! Ну какого черта ты не идешь? Я жму на все, что можно. Вот вам того. Меня что, убило, что ли? Или что? Пожалуйста, давай мы пойдем с тобой. Я не хочу умирать. Что ж за серия-то такая? Да что ж это такое-то, а? Я тут что-то видела? Нет? Не видела? Ну ладно, пошлите уже хоть куда-нибудь. Что тут за катакомбы вообще? Это какой-то тупик. Блин. Ну ладно. Не, ребят, я реально, я не знаю, куда тут дальше идти. Какой-то тупик, что ли? Здесь я была, что ли, уже? Да, вот мы сверху пришли. Ну ладно, масло есть, отрезвин есть, наркота есть. Одна пачка. Я только почему-то не знаю, как бы, что тут дальше делать-то. У меня вопрос только в том, в какие дальние мне тут следует идти. А, вот, проход, господи, не заметила. Так, ну что ж, ребят. Давайте мы сейчас с вами, я думаю, может быть, здесь день сохранимся, если там будет сейфпоинт. Я думаю, он должен там быть, потому что все-таки это как переход на новый уровень. И думаю, мы прекратим эту серию. К сожалению, она была не такой уж удачной, на мой взгляд. Поскольку я очень много фейрила с этими платформами там. Что ты опять пишешь-то? The stone depends. Depend — это зависеть. От чего он зависит? Может, он застрял? В этом плане ты имеешь в виду? То есть, нам что, надо скинуть этот камень? Зачем нам вообще этот камень? Дверь сломанная, я не думаю, что смогу ее сама открыть. Возможно, этот тяжелый камень мне поможет. Все понятно, нам нужно как-то сдвинуть этот камень. Ну, пошлите искать какие-нибудь принадлежности для того... О, трудница, хорошо. Для того, чтобы открыть его. Если ты не проползешь, жалко. Жалко, жалко, жалко. А здесь... Как вообще? Проползешь? О, сейфпоинт, круто. Здесь что-то светит, смотрите, ребят. Так, ну ладно, я, наверное, думаю, нам нужно с вами, ребят, сохраниться. Я просто, честно говоря, не знаю, сколько длился данный эпизод, потому что я скорее всего, кое-что вырежу из того, что
Я там пробегала. Если вы слишком короткий, ну, прошу прощения. Слишком длинный тоже. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр, ребят. С вами была Оксида. Всем удачи, пока, отличного настроения и ждите новых эпизодов.